Выстава сувенірних свінок открылася у областной универсальной библиотеке имя Ленина. Статуэтки символа надыходящего года представлены с приватной коллекции гамельчанки Тамары Климович. Экспозицию складают выробы из разных материалов – керамики, нефриту и бурштину. Сувениры по-майстерску выкананы и размаляваны уручную. Фигурки свинок, которые сидят у обдымку, малюнки живел на паштовках часов СССР, традиционные скарбонки, поросяты у техницы жель, подсвечники, магниты. Гніти. И это далеко не полная коллекция Тамары Климович. Она собрала больше, как 200 разностайных символов надыходящего года. Сирот их есть и экземпляры из Канады, России и Украины. Цікаво, что Тамара Климович так само народилась у год свиньи по китайским гороскопе, что и обумовило захопление. Коли ее дети были еще маленькими, муж Тамары, Леонид Климович, привез ему подарунок первых гумовых парсючков. Сябры и знакомые так само начали пополнять коллекцию. Необычная и очень практичная – это свинка-кошелек. Не копилка, которых много, кстати, а свинка-кошелек. Мы до сих пор в ней держим мелочь. И даже здесь она с мелочью, потому что есть примета, что кошелек всегда должен с деньгами быть. Вот, поэтому даже здесь в ней деньги. И украинские, и российские, и белорусские вот, копеечки. Вот, то есть она мне очень дорога. Есть книжки, вы же понимаете, про свиней, сказки про свиней, фильмы про свиней, мультики про свиней. То есть даже команда у меня была свиней. Называлась «Хрю» – «Хронически разумные юноши». На открытии выставы гости погутарили с уладальницей коллекции и поудельничали у тематичной викторине от основальника клуба интеллектуальных гульняў «Белая рысь» Леонида Климовича.